Ой, в общем, короче говоря, сегодня 10 марта 2019 года. Татьяна Салмановна, Махтум Сайфуддин и Просперусия. Просперы3.ру, 18.05. Вот, еще новая коллекция. Короче, продаю я мой эйлинг в Петергофе. В общем, Санкт-Петербург, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, корпус 9В, эйлинг 24. В общем, и такие вот дела. Без мебели я продаю. 4 этажа. Также я продаю мою вот эту квартиру. На Комендантском 32192. В общем, эйлинг я продаю за 7 500 000. 7 500 000. Пусть пришли там. Пусть подожди. Пусть подожди-ка. Мою вот эту квартиру продам за 5 800 000. Вот такие вот дела. Продаю на мужчине. Вернее, оформлено это, может быть, на мужчину. Вот. Ну, такие вот дела. Татьяна Салмановна, Махтум Сайфуддин, это я. В общем, кушаю. В общем, делаем новую коллекцию с Просперусинкой. Обратите внимание, элегантное платье превратилось в элегантный костюмчик, такой эротический. Супер эротический. Ножницами. Так что вот, вот такие вот дела. Супер эротический. Что вот. Так я тут написала уже черновик по поводу, ну, жильцам тут сообщили на площадке по поводу ремонта. Так что вот, надо переписать на чистовик, повесить туда, на этот, на электрический щиток, который закрыт. Так что вот, такие вот дела. Там так много информации получилось. Ну, можно написать, пусть ознакомиться. Так что вот. Вот такие вот дела. Видоны. Видоны. Очень свалочку поставлю на холодильничек. Давай. Супчик надо варить. Еще кашка у меня есть. Еще супчик надо варить. Вот такие вот дела. Видоны, в общем, видоны из окна. Эти супер видоны из окна. Ох, эти супер видоны из окна. Это рыжая машина уехала, зато еще две тут каких-то черных подогнали. В общем, просто шикардос. Просто шикардос. Сейчас я себя тут сниму. Такое дефиле. Такое дефиле. Платье это покупала по интернету за мои личные деньги. Вот такие вот дела. Это Просперуси. Моя девочка, моя обезьяша. Обратите внимание, это обезьяша. Просперусинка. Это обезьяша? Моя маленькая обезьяша? Просперусинка. Хотят они денежки вкладывать в твою коллекцию или нет? Не хотят вкладывать? Просперуси, мы будем думать, а чего они не хотят? Просперусинка. Денежками надо мудро распоряжаться. Просперусинка. Что говорит Просперуси? Просперуси даже не мурлыкает, вы имеете это в виду. Имейте это в виду, здесь аффирмации, короче. Сейчас я вам покажу черновик. Сейчас я покажу вам черновик, то, что я написала. Потом, потому что черновик я выкину. Черновик я этот выкину, обратите внимание. Тут черновичок, тут я написала комплименты.
Это здесь черновичок. Сейчас я вам покажу. Черновичок. Нужно на чистовичок переписать и ознакомить этих жильцов. Так что вот, вот такие вот дела. На чистовичок надо будет написать. Просто шикардос, правда? Просто шикардос. Как там это называется? Расширьтесь до вселенской любви, непоколебимого спокойствия, вечно деятельной добродетели. Пусть гармония и мир царствуют в этом доме. Вот такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактумса и Фудина. Такая вся эротическая. Это просперусенькая.